Школа «Дом родной». В эту субботу, 1 февраля, пройдет день встречи выпускников. Бывшие ученики, а ныне серьезные и взрослые люди, соберутся в родных стенах и вспомнят о школьных годах. Кто и с чем придет в одну из старейших школ Оренбурга, 39-ю общеобразовательную, выяснили наши корреспонденты. Занимались мы тем, что готовили все реактивы к урокам. Мы уже на тот момент времени, так сказать, были... Наверное, опытные химики. Это сейчас Александр Пыжов, директор оренбургского филиала одного из крупнейших мобильных провайдеров России. А еще 20 лет назад Саша был отличником 39-й школы. В старших классах подрабатывал лаборантом в кабинете химии. По тем временам заработная плата была то ли 23, то ли 29 рублей в месяц. На первую заработную плату приобрел, насколько помню, компьютерную игру «Волк и Зайца» была популярна, электроника. Сашу и его сестру Наталью в школе любят и помнят все учителя. Выпуску Натальи в этом году будет 30 лет. Когда учились, рассказывает бывшая школьница, учителя сходили с ума от их класса, уверяя, что хуже его и быть не может. А потом, когда ребята пришли через год после окончания школы, учителя признались, они были самые лучшие и, наверное, одни из самых любимых. Благодаря вот именно тому, что мы учились в этой школе, я смогла, мне кажется, достичь вот, ну, всех там своих целей, которые я себе ставила, потому что нас именно этому учили – ставить определенные цели, задачи, формулировать четко их, достигать их. Иван о школе помнит каждый день своей жизни. Во-первых, он живет напротив, а во-вторых, парень хранит все дневники, начиная от первого класса. Смотри, у тебя звездочки здесь. Да, там это были хорошо. Звездочки, это были, да, пятерки это у нас. Достижения. Четырехугольнички – это четверки, ну и трехугольнички – это… Сколько у него здесь звездочек? Вот, первое мое замечание. Я его долго скрывал, тут заклеил, что я только не делал. Замечание мама обнаружила только спустя полгода, и ругаться на маленького Ваню не стала. 39-я общеобразовательная школа в этом году отмечает свое 75-летие. Все учителя одного из стариннейших учебных заведений города гордятся своими учениками. В 39-й учатся семьями. Выпускники приводят своих детей только сюда. Они горды тем, что, например, они приходят в класс, они уже знают, что, например, я учила маму или папу этого ребенка. Ну и я, конечно, очень рада, что наши ученики бывшие, то есть мои ученики, они ведут в школу, в нашу же школу ведут учиться своих детей. В эту субботу все школьные друзья вновь соберутся за своими партами и вспомнят самое доброе и хорошее, что произошло с ними за 10 чудесных школьных лет. Юлиана Третьяк, Дмитрий Григорьев, Ориент ТВ.